Значит, у нас проект, я докладывала в прошлый раз на маленькой нашей группе. И случилось просто несколько событий, что у нас сменились организаторы там в результате разных объективных обстоятельств. Вот. Но проект остается. Значит, разработаны, значит, две листовки, там сделана рассылка, я думаю, кто в рассылке получал это. Значит, и я хочу показать, вот пошли, то есть вот такие обращения. Просто расставь, чтобы все могли видеть. Значит, приближается лето, и все мы так или иначе хотим отдохнуть. И вот 10 лет, больше уже 12, с 2001 года я вожу группы по местам силы. В основном это Алтай, Байкал были и так далее. И что там происходит? Значит, это отдых и вместе силы, это обучение применению ТРИС, теории решения изобретательских задач в бизнесе и в личной жизни, и плюс психологическая проработка как раз блоков, уверенность там и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот по прошлому году, позапрошлому могу сказать, что все участники, кто сделал проект, и у них буквально в течение года все реализовалось, и даже еще больше. Вот. Почему Болгария? Болгария – одна из немногих стран, которая традиционно дружна с Россией, традиционно. Никогда Болгария не выступала ни в каком разрезе против России и никогда не была ни в каких натянутых или там недружественных отношениях. Во-вторых, Болгария сейчас – это гораздо более цивилизованный вид, но это Россия 90-х, то есть это страна с очень большими бизнес-возможностями. Ну, условно говоря, значит, качество европейское, цены китайские. Ну, то есть те, кто в Сибири занимается бизнесом, кто уже что-то достиг и сделал, в принципе, оторвавшись, вот что ограничивает такой семинар, например, на природе, ну или вместе силы? То, что мы вдали от реальных бизнес-процессов. То есть, с одной стороны, это место для переосмысления хорошего, плюс то, что ТРИС дает возможность именно наработать много решений, поработать с барьерами, то есть там личная поддержка, естественно, будет. Вот. Там у нас будет возможность посмотреть, как развивается бизнес там, значит, посмотреть недвижимость в солнечном краю, посмотреть, как люди живут, какие возможности они не используют. Потому что мы со своей стороны увидим, как многого там нет. Понятно, что там туристический бизнес хорошо развит, может быть, лучше, чем у нас, но зато все остальное у нас там будет возможность посмотреть и обогатиться. Это не значит, что мы поедем все и там начнем бизнес. Но мы сможем сделать апгрейд своих представлений, увидеть немножко мир другой. Вот, собственно говоря, две недели, значит, что, если говорить про бизнес, да, и про личные какие-то задачи. Потому что с прошлого раза, в общем, несколько человек решили свои просто личные вопросы в личной жизни. Что существенно, мне кажется, еще для тех, кто поедет. Это место, святые Константина и Ирина, это места минеральных источников. То есть там бассейн, который в отеле, он наполнен минеральной водой. И спа-процедуры по полной программе все, так сказать, входит в сам тур. То есть абсолютно, то есть море, вот эти спа-процедуры и полезный отдых. То есть это не значит, что мы там с утра до ночи будем заниматься. И очень благоприятный режим. То есть мы группы будем определять ритм, в котором мы движемся, сообразно с погодой будем планировать или выезды, или продолжение работы. И каждый сделает за это время свой проект. Причем не важно, чего он касается, поскольку ну, у меня в арсенале достаточно методов, чтобы рассматривать хоть бизнес-вопросы, хоть личностные вопросы, хоть какие-то другие закупки. Вот, собственно говоря, значит, то, про что я хотела сказать. Прошу, да, рекламную поддержку. Обратную связь, да? Да. Значит, сразу, у меня в голове сумбур. То есть нету структуры.
тут получается направления разные. Получается, когда обо всем, то и ни о чем. То есть тренинг личной эффективности одно, вообще бизнес другое, обзор недвижимости вообще третье. А, причем про места силы, вот, например, которые мне заинтересовали, вообще нафига мне ехать в эту Болгарию. А, места силы это объясняют, но здесь вот про это вообще ничего не сказано про места силы. И, например, если места силы с тренингом личного роста соединить нормально, то обзор недвижимости у меня ощущение, что какая-то тут подвох какой-то, там мне втюхивать будет риэлтор тут вообще, причем тут, ну, то ли мне там покупать надо будет, то есть у меня тут ощущение какой-то подвох сразу появилось, когда с недвижимостью. Слышу, спасибо. Вот, и так. Россия, сравнение с Россией 90-х, я думаю, не очень. Ассоциация больше бандитов, чем место упущенных этих огромных возможностей. Вот. И когда говорите про бизнес, я так понимаю, это про недвижимость? Нет. Нет, это просто про бизнес. Любой проект. Ну вот. И еще сказали, что вы увидите, как многого там нет. То есть я еду туда посмотреть, что там ничего нет. Не мотивирует вот это на вроде мотивирует. Хочется ехать туда, где посмотреть, что что-то есть. Места силы нет. Здесь что нужно было бы добавить сюда и а, что или чтобы она хорошая. Еще да. Призвездочка. Вот это что такое. То есть звездочка внизу пояснение. По-моему, нужно определить какой-то один курс. Если тренинги личностного роста с местами, например, силы, вот. Вот как бы это вот здесь все логично. Тогда туда не надо добавлять недвижимость и бизнес-ресурсы, наверное. Хотя ну бизнес как-то еще можно, недвижимость точно вообще убрать. Угу. Спасибо. Если бы не было недвижимости, и вот было бы вот так, это тогда бы ты бы больше заинтересовалась, да? Да, я бы лучше вот личную эффективность раскрыла, как, например, направление бизнес, там, личность семейный, например, там, личный какой-то там и. К примеру, просто раскрыла это. У меня вопрос, да, если было там как-то, значит, написано слово целостность, то это бы вам объяснило или это ничего вам не дало? Но вы же понимаете, что вы свою жизнь не можете растащить на части. Вы все равно принимаете целостное решение. Ну тогда так это надо. Я оно касается целостное. Нет, я не обсуждаю, я уточняю именно по поводу формулировки. По поводу целостности. Ага, в русском контексте, смотря целостность звучит. Потому что целостность, все равно, целостность. Какая целостность не была, задачи решаются конкретно. Правильно. Согласитесь, что ваши задачи и мои разные. Людмила, все я слышу. Нет, это дополнение. Просто на личностного роста тренинги идут одни, на бизнес-тренинги идут другие, на недвижимость третьи. Получается, когда у нас три целевые аудитории, в итоге никуда не попадаем. И это узкое место, то есть, как бы, для тебя это... Да, для меня это узкое. Для многих это узкое место. Целостность очень хорошо. Мне нравится целостность. Всегда положительно, всегда классно. То есть, это все объединяет. Дополнение, да, то есть вот такая же вещь практически резонировала меня как в лесе, в плане того, что ну, много всего, и при этом оно все перемешано. Там одно, потом второе, потом обратно к второму, к третьему, к четвертому, да. То есть я думаю, что все-таки здесь в какой-то степени разделить эти вещи, то есть понятное дело, что можно там все, но при этом есть такие возможности, есть такие возможности, есть такие возможности, есть такие возможности. То есть каждый говорит о свои возможности, однозначно, кто-то это может совместить. Вот, в плане бизнеса, да, то есть, даже сам фактом, как в Европе, а цены как в Китае, нет, для бизнеса, да, то есть, ну, если там цены как в Китае, ну, на чем я буду зарабатывать, там, ну, по этой котейке все продавать, как бы тоже не особо. Вот, и в плане бизнеса хотелось бы какую-то конкретику, потому что бизнес это четко конкретная какие-то структура, там, цифры и все остальное, какие-то примеры, там, что-то там, какие-то примеры бизнеса, примеры там, заработка, там, примеры там, или, там, рост каких-то там, да, то есть, чтобы. Я вижу, что есть абсолютное непонимание, поэтому я прошу идейной поддержки в контексте, как для вас это бы звучало. Ну вот я же объясняю, вот, допустим, в плане бизнеса, мне важно, вот вы сказали про бизнес, мне бизнес интересен. Вот. А что именно про бизнес? То есть, я так и не понял. Вот как бы вскользь прошло это, да, а вот мы просто, мне кажется, то есть, в каждой конкретной теме, какие-то. Нет, я слышу вас, что вас заинтересовала ваша жизнь кого-то и другое. Изюминка как раз в том, что все целостно, что вы можете решать, начать с решения любой задачи, это продвинет вас во всех местах. Ну вот я прошу именно отдельной поддержки с точки зрения, как для вас это бы звучало. Это действительно сложный вопрос. Почему и у каждого рождается? Потому что мы привыкли
ориентироваться, сужая. Как расширить, сужая, вот я прошу в этом здесь контексте. Здесь есть задача расширить, сужая, то есть это все-таки, есть у вас вот те направления, которыми вы занимаетесь? Да, просто... да мне все равно, чем заниматься. Главное, что я знаю. Ваш вопрос, вопрос еще раз сформулируй. Значит, вот сейчас я вам рассказала, как поедем и что будет. Да? Для меня как бы это звучит целостно, для меня. Вы каждый услышали как-то по-своему. Да. Поэтому я прошу, значит, рекламной поддержки в контексте, допустим, вы услышали что-то, да, и как бы для вас это звучало с расширением, чтобы вы получили не только что вы хотели, но и вот про то, что я говорила, как бы вот вы смогли усилить свои позиции, как я это назвать должна. Я понимаю, что так это звучит. Я правильно понял, что вопрос сейчас выглядит так, то есть единая поддержка, вот как из того, что мы услышали, если бы мы сами сконфигурировали для себя и сказали, вот если бы это было вот так, вот так, вот так и вот так, вот тогда бы мне да. было бы интересно и да. вкусно. Да? Да? То есть да. вот в таком да. виде. Да. Хорошо, я тогда вот отвечу вот в этом вопросе, что меня цепануло. То есть меня точно цепанули вот этот бассейн с минеральными штуками, там я сразу себя представил, купаюсь, весь оздоровляюсь, раз. Второе, отдых как бы гибкий, там не захотел, не пошел, там гуляю, сегодня не хочу, пошел весь день, как бы валяюсь. Два. Третье, ну, я просто знаю твои великие способности и таланты, то есть как бы то, что ты действительно можешь по-настоящему. То есть возможность две недели ну, быть рядом с тобой, да, и вот тебя как бы пользовать твои способности, навыки, возможности в индивидуальном режиме, да, да, да. А фактически это там плюс-минус так, но группа будет, но там будет всегда на работу. Да, это три. Угу. Не Болгария, а Таиланд. Это четыре. И, ну, и в даты, которые удобно мне 5. Услышала, спасибо. То есть вот такой набор, вот такой набор, вот я бы как бы спасибо. Стал бы думать. Ну, я такую же, может быть, конкретную формулировку лично для себя услышал, да, то есть, во-первых, обретите свою целостность, да, в местах силы, да, при поддержке проводника, вот с использованием таких вот технологий, да, при этом очень важно показать то, что человек целостность обретет сам. Вы не можете его сломать. Целостность человек обретет сам. То есть обретите ну, свою целостность, вместо силы. При поддержке. Место силы поможет, при этом консультантом, проводником или это может быть, вот я могу вам стать проводником. И у меня для этого есть вот ряд вот таких компетенций, в том числе и вот. И это может у вас отразиться как в бизнесе, так и в личной жизни. То есть, если бы вот такая была формулировка, то это ну, лично мне больше понравилось. Спасибо. Очень ценно. Я бы предложил добавить именно побольше эмоций, поменьше объяснений. И ну что-то конкретное можно, чтобы тебя. Ну, к примеру, не о том, что тренинг личной эффективности, да? Нужно этих тренингов. Ты скомпонуй для себя. Смотри. Скажи, что тебе бы понравилось. Вот скажи, что бы понравилось тебе. Ну, я не формулирую, потому что очень сложно, но смысл приблизительно такой, что хочешь стать эффективным, поехали со мной, приедешь эффективным. Хочешь отдохнуть? Поехали, покупаемся, отдохнешь, приедешь. Я правильно? Вот это тебя бы цепануло. Исполнение да? намерений, я правильно понимаю? Не что? Через мозги, а вот, ну, говори любые слова, но с эмоциями. Вот, потому что, когда я принимаю решение куда-то выехать за пределы там, РФ, это значит, ну, вот, это эмоциональное решение, ну, либо ну, редко, как бы, да, конечно. Окей, то есть еще раз, от себя говорим, от себя. От себя. Себя. Но погружаемся в человека и говорим его словами, условно говоря, то, которое скажи его зацепит. Для себя, то скажи есть для своим. Себя. То есть, кто, Андрей, как... ну, ты же знаешь меня, ну, скажи, какое бы я тебе сделала предложение, чтобы у тебя там все затрепетало. Поехали, отдохнем, приедешь, там, вернешься там, с силами, там, все решишь и вот в таком духе. Спасибо. Что предоставить конкретнее возможность выбора. Да, то, что у вас будет такая возможность, такая, но при этом вы сами выберете для себя, что вам будет. Хотите отдыхать, будете отдыхать. Хотите бизнес, отдыхать, будет бизнес. То есть вот, ну, прям акцент вот на этом. Ну, как бы, раз у вас это разноплановое, да,
то как бы, ну, чтобы было вот понятно, да, то, что для человека, то, что ты выберешь себе все, что хочешь. Там, хочешь полдня поотдыхаешь, полдня там одно, второе, третье. Вот. Спасибо, я вот что хотел сказать, да, я бы хотел здесь вот видеть более какую-то активную такую составляющую. Вот для меня вот такой вот для меня опыт, да, мне более интересен в плане преодоления каких-то трудностей. А здесь вот я когда просто вижу, вот если вот что-то у меня ассоциируется с отдыхом, да, и тут раз по процедуре, сразу раз. Ну, не знаю, просто не мое, может быть, не ваш клиент, да, но какую-то активность здесь составляющую, если бы я видел, да, может быть, какую-то. А вот второй возьми, вот тот. Второй. Это про одно и то же, как раз для двух типов клиентов. Там разные. Те, которые хотят отдохнуть, и те, которые хотят работать, и с той стороны. Ну, вот, например, что тренинг личной эффективности, да, или увеличение бизнес-ресурсов. Так. И что мы здесь должны на действие? Ну, вот просто смотри, что... Увеличение бизнес-ресурсов. А можно тогда вот это вот писать? Ну, когда вы здесь вот сейчас живете, да, к примеру, да, то, естественно, что вы имеете свою картину мира, и из нее вы максимально эффективно строите свой бизнес. Я даже не сомневаюсь. Но когда мы будем применять некие технологии, то ваше видение получит другой формат. И вы увидите там, где, например, вы видите сегодня сложности, или там, где вы ресурсов не видите, завтра вы увидите ресурсы. А если сказать, например, так, увеличение масштабов мышления? Масштабов мышления, отлично. Понимается? Супер. В принципе. Я специально сделала две как раз, да. Денис, в принципе, у меня единственная картинка возникла, ну, в смысле, как бы вот просто про слово целостность, она как бы мне понравилась больше всего, сделать ее круговой. Круги изобразить. Да, то есть квадраты и делать круговые. У меня еще одна идея вам на усиление, то есть если бы это изобразить, ну, то есть, ну, те люди, которые личностный рост так или иначе, то есть все вещи, ну, колесо баланса, это многим знакомая вещь. Если бы она была в формате колеса баланса, да, и эти кружки раскрыть, да, что они дают, тогда это было бы вот и поддержку Дениса, что это было бы целостно. Супер. То есть они секторами прям, и эти сектора заполнены разными вещами. Спасибо, отлично. Вот, мне бы хотелось, вот, знаете, в такой тут и целость, да, таким образом создать. То есть вот я приезжаю, расслабляюсь, там, например, купаюсь в море, здоровый там воздух. Там кушаю крабов, мне тут, ну, тут еще тренинг, и это все в совокупности мне там позволяет вот как вырасти, да, чтобы как-то видеть на картинке. И вот здесь хотелось бы добавить какую-то, ну, радость, что ли, вот в этих картинках, на, не знаю, там на море девушка стоит какая-то. Радость, вот, да, радость. Радость или какую-то, не радость, знаю, там, здесь, активность, как человек куда-то бежит, там ползет, вот что-то вот такое, вот энергию, которую создает вот здесь. Вот не девушку, которая там с указочкой стоит, да? Вот что-то такое более эмоциональное. Можно? Людмила, мне очень ваша фраза понравилась, когда вы сказали, что через решение какой-то одной проблемы вы можете решить другие, да? И вот чтобы зацепить более широкий круг, да, это может быть вот такой тоже фразой, которая была бы полезна. Да, вот. Поняла, услышала. Вот. Да. И... Ага. Через решение проблемы да. мы можем усилить все. Ну, здесь хорошо колесо баланса работает. Спасибо. Супер. Да. Я вот к этому кругу, ну, то есть вот из статики, чтобы можно было как первый шаг, второй, третий, четвертый, ну, чтобы по кругу, и чтобы я мог понять процесс, да? То есть едем отдыхать, определяемся, чего нам не хватает для полного счастья, решаем это, да? И, собственно говоря, а куда едем? Определяемся сами. И в этом плане, если вы предлагаете Болгарию, предлагать ее в самом конце, потому что, то есть как, чтобы должна была быть и экономика, да, и ваша мотивация. А когда едем в Болгарию, то есть у меня сразу ступор, почему? Потому что, ну, уже за меня куда-то там порешали, и это у меня психологически просто сразу ступор начинается. Вот если Спасибо. Про целостность еще одна идея, если про целостность, то у человека могут быть проблемы. Здесь можно сделать оффер, захват,
То есть позвоните, скажите проблему, мы, может быть, с вами выработаем как бы путь или способ или решение, то есть как бы она обозначится и так далее, и так далее. То есть человек через разговор с тобой обозначится, вот она проблема, ты покажешь свой профессионализм в решении здесь, он поймет, а, так это вот так, ну я ее и решу, что ли, и тогда это совершенно другое. То есть если про целостность и про бизнес, то здесь вот там бесплатная, платная, часовая, однодневная встреча здесь с тобой и потом уже идет дальше. Ну да, а еще превратить проблему в ресурс продвижения. Окей, ее можно сделать акцией на построение колеса баланса. Принеси бумажку, построим тебе колесо баланса, а потом скажу, мы поедем, мы эту книгу, мы решим, мы там поговорим. Вот такие вот уже листовочки, они уже как бы вот мне лично уже не нравятся, они приелись все эти прямоугольнички. Можно сделать в виде ромашки вот эти вот возможности и в центре вот эта вот энергия силы или еще что-то такое вот сделать. Я бы на это поняла. Кстати, вдобавок, сделайте сразу как некоторую раздатку, вот это колесо баланса, чтобы человек мог заполнить сам, да, на обратной стороне уже решение. То есть, понимаете, когда вы ему даете некоторую форму, активизируете его хотя бы на какие-то действия, это значит, что вероятность того, что он понравится. Супер. То есть вместе с приглашением послать некий, там, не знаю, тест или что-то, что он проделает, и поймет, что ему нужно улучшать личность. Спасибо. И после этого только уже предлагать ему решить это там-то. Спасибо. Да, последний. Просто вот если это где-то в какой-то местности, особенно незнакомой, было бы интересно какой-то живой тренинг, чтобы подвигаться, исторический какой-то квест или что-то такое, потому что люди все-таки приехали отдыхать, а вот такой игровой живой форме это тот. То есть как-то изобразить, что там будут игры. Да, что историю узнать местности, может быть, ну скажем, животный мир, растительный. То есть игры и какой-то познавательный мир. Да. И в процессе игр какие-то психологические проблемы. Вот, такие есть. Спасибо. Окей. Уважаемый капитан, да, я приглашаю участников. В воскресенье у меня группа расстановочная, связанная с эмоциональными состояниями, как раз с усталостью весенней, стрессом и депрессией. Для участников участие в группе бесплатное. Если вы захотите сделать свою работу, то на 500 рублей вам, пожалуйста, будет это все дешевле. Красный проспект 92-52, 10 этаж. Это расстановки по Хелингеру, да? Да. То есть приглашаю всех вот в это воскресенье. Подтверждаю. Я был. Это только работает. Спасибо. Спасибо огромное. Стоп. Скажи, что было цена на тебя. Значит, ну, могу сказать, что после того, как я переформулировала фокус, в каком виде мне нужна идейная поддержка, Дима хорошо сказал. И как бы потом уже пошло это раскручиваться. Спасибо тебе огромное. Вот. И на самом деле каждое замечание было полезным. И про целостность, и про то, как вот ромашку, и про то, как изнутри вот этого сделать формочку с колеса, и про то, как показать бизнес возможности. То есть от каждого вот. Реально, прямо вон Людмила все записала. Людмила, что было ценным для тебя как партнера, который записывал все идеи? Что тебя цепануло? Первое меня цепануло, это то, что какое огромное количество идей, которые мне казалось, мы все исчерпали, а здесь я увидела, что оказывается их море. И я так понимаю, что если бы мы посидели еще чуть-чуть, то их было бы еще больше. И мне теперь хочется уже сесть и самим, вдохновение у меня появилось. Ну что ж, давайте поблагодарим и поддержим капитана.